Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие соотечественники, во-первых, поскольку в Украине распространяются обо мне всякие слухи, хотел бы сказать, что я жив. Хотя не могу сказать, что чувствую себя хорошо, потому что не могу без глубочайшей страшной тревоги видеть то, что происходит в Украине. За ширмой какого-то якобы правомочного правительства в стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Они силой захватывают органы местного самоуправления. Они увольняют руководство милиции и службы безопасности. Не только в центре, в Киеве, но и на местах. Города патрулируются людьми в масках с повязками на руках. Ширится беспредел в отношении граждан Украины. Они увольняют высших армейских офицеров, тех, кто не хочет противиться использованию вооруженных сил Украины на юго-востоке страны против мирного населения. Вдумайтесь, они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну. Они хотят включить вооруженные силы боевиков националистических организаций, дать им в руки оружие. Я хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм? Но я уверен, офицеры, солдаты Украины знают, в отличие от вас, министров уважаемых европейских государств, которые подписались под документом не о гарантиях мне, а о гарантиях гражданского мира в Украине, и растоптали этот документ. В отличие от банды негодяев, которые на Майдане давали приказ стрелять по своим, так вот солдаты и офицеры понимают, чего вы стоите, и не будут выполнять ваши преступные приказы. Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. В США и ряде других стран твердят, что я, как президент, якобы утратил легитимность, потому что сбежал из страны. Повторяю, я никуда не сбегал. В момент захвата радикалами правительственных зданий администрации президента, по сути, антиконституционного захвата ими власти с оружием в руках, я находился, как вам всем известно, в Украине, в Харькове, потом в Донецке, потом в Крыму. Еще раз, в момент переворота я не покидал территорию Украины. В эти дни против меня неоднократно пытались применить террористические методы действий. Не удалось. Как только позволят обстоятельства, уверен, недолго ждать, я обязательно вернусь в Киев. Заявляю, что выборы президента, которые объявлены на 25 мая, захватившие в результате неконституционного переворота власть кликой, абсолютно нелегитимны и незаконны. Они не соответствуют статье 103 Конституции Украины. Любые органы власти, которые будут сформированы в результате этих незаконных выборов, также нелегитимны и незаконны. Кроме их правовой легитимности, понятно, что эти так называемые выборы будут, если будут, проходить в обстановке тотального контроля экстремистскими силами. Я обращаюсь к международному сообществу.
Никто не имеет права и не должен поощрять разбой и поддерживать неконституционные перевороты. Кстати, всем известна информация о намерении правительства США выделить 1 миллиард долларов этому бандитскому режиму. Насколько мне известно, законодательство США, статья 84.22 раздела 22 свода законов США, запрещает предоставлять финансовую помощь правительству любого государства, незаконно избранный президент, которого был свержен в результате военного переворота или другого незаконного решения. Я намерен обратиться в Конгресс, в Сенат и в Верховный суд США с настоятельным предложением дать правовую оценку действиям правительства этой страны. Вы не имеете права по вашим собственным законам выделять деньги бандитам. Хочу предупредить, что в ближайшее время будет происходить серьезное ухудшение социально-экономической ситуации в стране. Это будет прямым ударом по народу Украины. Узурпаторы, захватившие власть, будут пытаться перекладывать ответственность за это на меня. И, возможно, даже на Россию. Я с этим никогда не соглашусь. Я здесь ни при чем. А планируемые ими шаги по урезанию социальных расходов, пенсий, пособий, заработных плат считаю бесчеловечными и антинародными. У нашего правительства был четкий план по сохранению жизненного уровня украинцев. Теперь же, после антиконституционного переворота, после захвата власти узурпаторами, к сожалению, это стало невозможным. А вы, незаконно захватившие власть, за приказы стрелять в народ, рано или поздно, а скорее рано, ответите. Ответите за мучение народа. Украина переживает сейчас тяжелое время. Ваши действия привели к тому, что откалывается Крым, что даже под дулом автоматов население Юго-Востока требует уважения к себе и своим правам. Мы переживем эту смуту. Люди, одураченные вами, прозреют. Страна воспрянет и объединится. Ще не вмерла Украина, и слава, и воля. Спасибо за внимание.